санскрита. На санскрите слово «рита» означает «истина», а ритуал – это процесс, через который истина открывается нам. Сама по себе пища имеет божественное происхождение, и никакие технологии никогда не смогут воспроизвести на свет ни одного зернышка, из которого вырос бы колос с новыми зернами. Хотя химическая структура зерна не так сложна, и ее вполне можно воспроизвести в условиях лаборатории, жизни в этом зерне не будет. Жизнь не является продуктом химических взаимодействий, так как она является проявлением энергии души. В процессе питания мы зависим от высшей силы Бога, и потому освящение пищи через ритуал предложения ее Богу является естественным проявлением нашей благодарности. Процесс освящения пищи есть у всех народов, но веды дают нам наиболее подробные инструкции по этому поводу. Пища животного происхождения, мясо, рыба, птица и яйца добываются путем насилия, и потому несет в себе энергию невежества. Пища – это не только химические элементы и калории, но и определенная информация. Когда человек убивает животное в пищу, эта энергия насилия, страха и предсмертных судорог сохраняется на клеточном уровне в теле жертвы и потом поступает в тело человека, что негативно сказывается на его умонастроении и здоровье. Поэтому веды рекомендуют питаться только благостной пищей, получение которой не требует насилия. К этой пище относятся зерно, бобы, овощи, фрукты и все виды молочных продуктов. Вегетарианское питание делает человека здоровым, энергичным и выносливым. Достаточно посмотреть на лошадей, быков и слонов, которые питаются только травой и зерном, чтобы понять, что мясо совершенно не нужно человеку в качестве источника силы. Скорее, оно является источником токсинов и болезней. Веды говорят о том, что мясо, рыба и птица – это допустимая пища для примитивных людей, которые не стремятся к познанию Бога. Такие люди обычно являются атеистами или поклоняются низшим духам, поднося им кровавые жертвы. Однако для цивилизованных людей, у которых разум более развит и кто может понять свою духовную природу, пища должна быть более благостной и чистой. Пища, добытая путем насилия, неизбежно ожесточает сердце человека, а это несовместимо с развитием любви к Богу. Люди часто возражают, говоря, что вегетарианское питание тоже означает убийство овощей и фруктов. Чем же это принципиально отличается от убийства животных? Ну, во-первых, сознание растений не столь развито, как сознание животных, и потому они не чувствуют той боли, которую ощущают животные. Во-вторых, растительные продукты специально предназначены в пищу человека, о чем сказано во всех священных писаниях мира. В то время как мясо, если не запрещается некоторыми традициями, то его употребление ограничивается хотя бы временными постами. Употребление мяса запрещено для серьезных христиан во время Великого поста. С какой целью вводится этот временный запрет? С целью очищения. Если за 40 дней человек способен до какой-то степени очиститься, то насколько же чище мы станем, если откажемся от мяса совсем? Да и зачем после процесса очищения снова осквернять свое тело и ум? Бернард Шоу назвал тела поедателей плоти ходячими кладбищами. Однако это не просто литературная метафора, а реальный факт жизни. Разумному человеку не стоит травить свой организм трупными ядами. Кроме того, если мы не съедим урожай зерна, фруктов и овощей, он просто сгниет. А недойная корова будет недовольна мычать. Но животные, рыбы и птицы не будут страдать, если не попадут к нам на обед. Обработка вегетарианской пищи духовной энергией является вполне логичной, ведь в процессе приготовления грубой пищи мы обрабатываем ее более тонкими элементами, такими как вода и огонь. Поэтому вполне закономерно, что окончательная обработка пищи
должна осуществляться самой тонкой энергией – духовной. Такая предложенная Богу или освященная пища меняет свою тонкую структуру, и это экспериментально подтверждено. Всем известны опыты с водой японского ученого Эмото Масару. Он произносил над водой разные звуковые вибрации, позитивные и негативные. Потом он замораживал эту воду и изучал кристаллы воды, получившиеся от разных звуковых вибраций. Благостные духовные вибрации порождали гармоничные кристаллы, а негативные и агрессивные вибрации придавали кристаллам воды дисгармоничную форму. И поскольку вся пища в той или иной степени содержит в себе воду, то изменение происходит не только в структуре воды, но и в более плотном веществе. Электронная съемка при помощи фотоаппарата Кирлиана показывает, что аура освещенной пищи большая и светлая, а у неосвещенной она меньше и темнее. То есть эксперименты показывают, что освещение пищи – это не просто пустой ритуал, основанный на сентиментальной вере, а это научно проверяемый процесс, дающий позитивный результат. И поскольку, согласно данным медицины, каждые 7 лет все клетки организма обновляются благодаря обмену веществ, то тело человека, который в течение 7 лет принимает только освещенную пищу, не только обновляется, но и одухотворяется. Практически это выражается в том, что люди меньше болеют, имеют более позитивный внутренний настрой, и им легче постичь духовные истины. По ведическим канонам, когда мы готовим пищу и планируем ее освещать, мы не должны ее пробовать в процессе приготовления. И когда она готова, ее нужно переложить в отдельную посуду для освещения и поставить на алтарь. Через несколько минут эту пищу из специальной посуды можно вновь переложить в основные кастрюли, чтобы находящаяся там пища тоже стала освещенной. После этого можно начать прием пищи. Если алтаря дома нет, или вы находитесь в дороге, тогда можно внутренне сосредоточиться на образе Всевышнего и обратиться к Нему с просьбой принять наше подношение. Очень важно понимать, что реально происходит в момент освещения пищи. Если верить ученым, которые проводили эксперименты с водой, произнося над ней, например, имена Гитлера или Матери Терезы, то вода сама реагирует на эти имена и меняет структуру своих кристаллов, показывая гармонию либо дисгармонию. Наивно было бы думать, что лишенная индивидуального сознания вода лично знакома с Гитлером или Матерью Терезой и потому по-разному оценивает их через структуру своих кристаллов. Но если мы примем утверждение Извет о том, что в каждом атоме находится локализованная форма Бога под названием параматма или сверхсознание, тогда становится понятно, почему вода по-разному реагирует на разные слова или имена. На самом деле реагирует Бог, который знает все обо всех, а вода является лишь неким интерфейсом или средой-посредником, через которую Бог выражает свое отношение к разным личностям и понятиям. Освещение пищи – это самый простой процесс одухотворения своей повседневной деятельности. Также рекомендуется регулярно изучать священные тексты Вед, основными из которых являются Шримад Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. И главной практикой, связывающей нас с Богом в этот век, Веды провозглашают совместное пение мантры Харе Кришна или индивидуальное повторение этой мантры на четках. Харе Кришна мантра содержится в древнем тексте Кали Сантарана Упанишад и является наиболее действенным методом одухотворения сознания для современного человека. В этой мантре имя Кришна переводится как «всепривлекающий», имя Рама – «всерадующий», а Харе – это энергия любви и служения, которая исходит от Бога. Через произнесение этой мантры мы просим Бога занять нас в духовном служении, благодаря которому с течением времени в наших сердцах пробудится глубокое чувство близости с Богом и изначальная любовь к Нему.
Если растения и животные вполне гармонично уживаются с природой, так как не имеют амбиций, то такая сложная форма жизни, как человек, удовлетворив свои базовые потребности, начинает искать высший смысл жизни. А это, по теории Фрейда, является психическим отклонением. Раз уж мы возникли из ничего, то никакой объективной цели в жизни нет. Так атеизм и материализм лишают человека возможности развития в его истинном и изначальном смысле, превращая жизнь в бессмысленную гонку за ускользающими миражами призрачного счастья. Возвращаясь к схеме единой картины мира, можно сделать три философских и практических вывода, которые являются общим знаменателем для всех духовных традиций. Вывод первый. Бог является источником духа и материи, поэтому душа и материя принадлежат Ему, и никто не может заявлять права собственности на что-либо. Собственность может временно попасть к нам в руки, но если мы сами не используем ее в служении Богу, то Он в форме времени отберет у нас все. Мы приходим в этот мир ни с чем и ни с чем уходим. Поэтому единственная наша вечная ценность – это духовный опыт, который мы можем обрести, служа Богу. Вывод второй. Поскольку мы, как души, произошли от Бога, мы остаемся вечно связанными с Ним либо через прямые отношения, любви и служения, либо через косвенные отношения, кармы. Поэтому мы в любом случае остаемся вечно ответственными перед Ним. Осознание этой связи и ответственности является важнейшей частью процесса познания. Вывод третий. Поскольку с Богом нас связывают отношения естественной любви, а с материей нас связывают болезненные отношения кармы, то предпочтительнее развивать отношения с Богом, который помогает раскрыться нашему внутреннему потенциалу. Это должно быть нашей приоритетной деятельностью. Как гласит Евангелие, в первую очередь ищи Царство Божие, а остальное приложится. Ведь отношения с материей не могут дать нам ничего, кроме кармы и трех гун, из которых большинство людей выбирает невежество и страсть, вместо того, чтобы выбрать благость. Говоря словами Иисуса Христа, какой смысл весь мир обрести, а душу потерять? Согласно всем религиям, Бог один, но Он неоднозначен. И потому между разными духовными традициями нередко возникают противоречия. Но как один бриллиант создает многоцветие оттенков своими разными гранями, так и единый Бог открывается всем людям по-разному, в соответствии с их желаниями и пониманием.